Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. И у нас сегодня очередной интересный обзор, который я решил сделать на женские сноуборды. Скоро 8 марта. Наверняка многие ребята захотят сделать подарок своим вторым половинкам. Ну или, как сейчас достаточно тоже популярно, девчонки сами захотят себе сделать подарок. И сегодня я решил рассказать про сноуборды, которые отлично подойдут девчонкам, которые помимо обычного катания по трассам, хотят еще попробовать свои силы в парке. Друзья, и конечно же я сразу хочу начать обзор замечательной модели Neva Samma, модель Onyx. Это достаточно уже популярная доска, потому что это отличная доска, отличный универсал, который даст большие возможности для катания в парке. Во-первых, это американский бренд Neva Samma, сделан в Денвере, в Колорадо вручную. Полностью симметричная доска с универсальным гибридным прогибом, рокер между ногами, два кембера под креплениями. Соответственно, такой прогиб позволит вам удачно сочетать в себе стабильность на трассе для тех, кто любит кататься по трассам. Ну а благодаря рокеру мы, собственно, сможем легко делать какие-то вращения в парке. Благодаря тому, что этот True Twin, абсолютно симметричная доска, мы можем это заметить как по геометрии, так и по рисунку. Вы можете кататься в обе стойки. Доска очень легкая, благодаря легендарной начинке от Neva Samma. Это идеальный снаряд для того, чтобы проводить время в парках. Ну а благодаря прогибу Rocker Camber, который позволит также уверенно себя чувствовать комфортно на вельвете, в горах, на трассе, если просто захотите покататься в свое удовольствие. Следующий сноуборд, про который, конечно же, хочется вам рассказать, это замечательная доска от компании GNU. Немножко севернее мы уходим на карте Соединенных Штатов Америки и попадаем на завод Mervin, который находится в Сиэтле. Также доски, как и Neva Samma, делаются вручную. Интересная доска про модель легендарной Джейми Андерсон. Кто не знает, кто такая Джейми Андерсон, это девушка, которая получила золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи. Я впервые был включен именно слоп-стайл как дисциплина. Джимми Андерсон выиграла золотую медаль, и это ее промодель Lady Choice. На самом деле у компании GNU Lady Choice это действительно достаточно популярная и такая уже культовая модель. Это также полный твин-тип. Это прогиб, который похож на прогиб Neva Samma. У компании GNU он называется C2, то есть это рокер посередине и два кембера под ногами. Из таких, пожалуй, ярких особенностей, которые есть у этой модели, это асимметрия. Радиус бокового выреза заднего на заднем конте, он чуть меньше, чем на переднем. Благодаря такой технологии компания GNU пытается, скажем так, компенсировать дисбаланс нашего тела и уравновесить нагрузку как на передний, так и на задний кант. Это делает катание более комфортным, поэтому это тоже для девчонок интересная доска, интересный твин-тип, который позволит, опять же, получить удовольствие как и на трассе, так и, конечно же, в парке. Следующий сноуборд, про который хочется вам рассказать, это компания Arbor, модель Cadence. Опять же, полностью симметричная геометрия, полный твин-тип. Прогиб в данном сноуборде — это классический рокер. У компании Arbor называется Parabolic Rocker. Соответственно, доска очень комфортная. На таком сноуборде действительно можно делать гигантское количество вращений. Опять же, благодаря такому прогибу девчонкам будет очень комфортно на флете, на трассе делать всякие вращения, прессы и прочее. Тоже интересный универсал средней жесткости от компании Arbor. Arbor — американский бренд, калифорнийский, старый, с такой серф философией, с очень интересным дизайном. Доски делаются в Арабских Эмиратах на одном из таких самых крутых заводов СВС. Интересный парковый снаряд, на котором также будет комфортно кататься и просто по трассам. Друзья, ну и конечно же сегодняшний наш такой чарт, топ-лист женских сноубордов завершает модель от компании Burton сезона 17-18. Это модель Липстик. Липстик — это действительно очень интересный такой парковый сноуборд. Прогиб, соответственно, здесь флэт,
самый, наверное, комфортный и прощающий прогиб, который можно встретить в индустрии на сегодня. Ну и опять же, благодаря прогибу Flat мы можем делать гигантский диапазон разных трюков, начиная от каких-то скольжений по боксам, опять же вращений на флете, каким-то прыжкам, ну и просто катанию. Крепление EST, соответственно, позволит вам настроить любую стойку, которую вы только пожелаете, широкую, узкую, градусы любые. Технология Squixbox добавляет определенные гибкости этому сноуборду. И весь этот набор технологий завершает потрясающий дизайн. А как мы знаем, у женских досок Burton дизайн — это всегда отдельная тема для разговоров, лично подойдет для катания просто в горах, просто по трассе, и, соответственно, вы будете очень круто себя и уверенно чувствовать в любом парке. Друзья, вот такой обзор на женские модели для парка, для фристайла. Ну, конечно же, также на них можно кататься и по трассам, и чувствовать себя отлично. Опять же, хочется сказать, что индустрия у нас в России, конечно, разрастается. Появляется куча девчонок, которые хотят кататься на сноуборде. Появляется куча всяких локальных таких спотов. Ребята чуть ли не у себя во дворе строят парки, кикеры, вкапывают фигуры. Это действительно не может не радовать, потому что индустрия развивается, энтузиастов становится все больше. Поэтому, друзья, катайтесь на сноуборде, берите своих подруг. Девчонки, берите доски, идите на местные споты, покоряйте фигуры, потому что это действительно все очень круто. Друзья, вот такой выпуск. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!